Как выглядит Сулецк 13 июня, сколько народу. Друзья, вода прохладненькая, но все равно терпимо, минут 10-15 полежать. Потом выходишь на солнышко греться. Вон эффект какой от руки. Соли все. Народу уже многовастенько. В кафешечках тоже люди сидят. Там еще озеро есть, куда они ходили. Вот так это сейчас все выглядит. Так что приезжайте, уже тепло, и купаться спокойно можно. Все нормально. Сулецк ждет вас.